Всем добрый день, как слышно меня? Звук уже должен быть, видео тоже. Отлично. Вчера, наверное, все заметили, что у нас отчетный период закончился. Уже осталось буквально пару акций. Сегодня, завтра, послезавтра. И все. Но вчера у нас волатильность очень серьезно упала. Может, заметили. Relative Volume вчера было меньше, чем 35 акций. То есть это уже говорит о том, что намного меньше акций с объемом, то есть все действительно очень так слабенько ходит, формация точки входа есть, а потенциал не исполняется, то есть акции стоят на месте. Не знаю, как насчет сегодняшнего дня, может будет лучше, чем вчера, конечно, я по крайней мере на это надеюсь, но однозначно уже торговлю свою нужно менять, переходить на другие риски и по-другому смотреть на то, что будет происходить. Значит, сегодня у нас по экономи календарь есть две новости. На фьючерс они повлияли достаточно положительно. Producer Price Index у нас сегодня был. И Retail Sales. Retail Sales можно сейчас, конечно, посмотреть магазины. Лучше, чем ожидали. Здесь идет макростатистика. Поднялись немного продажи. Но фьючерс все равно у нас достаточно слабенький. На данный момент плюс 4,4. То есть даже не средний импульс, можно сказать, слабенький. То есть рынок не факт, что он будет идти сразу же там первыми свечами выше, и день будет положительный. То есть, скорее всего, просто утром откроемся выше, а дальше, скорее всего, будем ходить в рейнже, как это происходит в последнее время у нас. Значит, Европа, Азия в положительных значениях у нас сейчас закрылись. По паре евро-доллар никаких значений нету. В основном, думаю, что тут, в принципе, нечего даже подробно рассматривать, что происходит. Те же новости по Европе на Блумберге, по Италии также и так далее. Ничего важного на самом деле нет. То есть рынок достаточно пуст по поводу новостей. Значит, магазин – это часть сектора «Services», часть сектора Consumer Goods. То есть это тот же BBY, тот же NKE, Nike, тот же Walmart, WMT. Это компонент индекса Dow Jones. То есть их, в принципе, достаточно много. Достаточно новости влияют обширно. Но я не думаю, что данные значения очень сильно повлияют. Но в любом случае сегодня магазины могут двигаться. Вот написали AAP, TAF, FDO, PIR, M и BBY. Значит, если обратить внимание на отчеты, у нас сегодня все-таки немножко еще осталось. Вчера после закрытия ничего нету, сегодня перед открытием вот есть несколько компаний. У нас 7 компаний есть. Просмотрел я некоторые из них. Я все просмотрел, но мало кто из них что-либо показывает. То есть те, которые более или менее важны, и на фильтрах сейчас показывается, я уже выписал. Значит, обратите внимание, у нас есть гэп по акции DKS. DKS. Довольно-таки серьезное падение идет ниже. Может быть, здесь движение. Далее, TJX. Посмотрите, тоже отчет. Уже активный был премаркет. Пока здесь нейтральные значения, но тоже довольно-таки интересно на дневке оно смотрится в сторону шорта. Далее EL. Уже gap up довольно-таки серьезный. Более чем 3 поинта. То есть вот в этих акциях движения могут на протяжении быть всего дня. Также не знаю, как насчет отчета, но вот есть gap up. Это новость. Однозначно. Здесь тоже очень серьезное значение. Тут 43 на 47. То есть более чем 4 поинта. Здесь был неплохой рост. KORS.
CIE после отчета акция серьезно спускается ниже, но это у нас commodities, сектор нефть. Здесь уже неплохой отскок происходит на премаркете на данный момент. И NCR, это то, что есть в основном на данный момент по фильтрам. Есть еще MWE, тоже обратите внимание, здесь очень серьезное движение было. И уже на постмаркете и на премаркете тоже уже движение некоторые можно заметить. Все-таки кое-что происходит. Есть сегодня акции, в принципе, если по гэпам посмотреть, не так много, как хотелось бы, но в принципе этого достаточно. Вот, в принципе, на сегодняшний день это все. То есть больше ничего интересного я такого не вижу на данный момент. То есть пока буду концентрироваться на этих акциях, это именно на утро. А что касаемо других акций, буду, конечно же, искать ресерч в районе 10 часов, смотреть, какие акции будут торговаться с объемом, те, которые будут хорошие гейнеры, лузеры, и там уже смотреть, что они могут сделать в обеденное и вечернее время. MANUA, это IPO, да, вчера стрельнуло, очень серьезно ее подняли, за ней наблюдали. Хорошая точка входа по 14.00, конечно, была, здесь не поспорить. Очень неплохо она пролетела выше, то есть больше, чем point. Стрельнула неплохо, это недавний IPO у нас был. Также по вчерашнему дню, обратите внимание, THS акция. Неплохо здесь держала цену. Посмотрите, где она находится на дневке. Вероятность возврата здесь была неплохая. 48.25 держала, потом сместила на 48.28. И отсюда все-таки около 40 центов она прошлась. Неплохое движение. И также неплохое движение по Гербалайфу вчера было. Тоже была точка входа. Более или менее была активная TSO, но хороших точек входа я там не видел. Это, в принципе, все акции, за которыми, о которых можно что-либо сказать. Далее, HD. Ну, HD компонент индекса Dow Jones, Home Depot, но двигаться, да, действительно может эта акция. Просто я не совсем люблю компоненты индексов Dow Jones, ну, S&P 500, там он довольно-таки обширный, там нормальные акции. Вот Dow Jones очень редко, когда там акции что-либо интересное делают. И золото сейчас вот показывает тоже ABX, что куда-то направляется она. И VC. Ну, VC, конечно, да, вчера движения были у нее. Также у AAP движения были. Но акции очень волатильны и торговать их, конечно, опасно. Тоже движение здесь можно и по поинту ловить. Двигаться они, конечно, могут неплохо, но достаточно они такие опасные. GRPN. Тоже есть уже постмаркет у акции, достаточно активный. Возможно, это отчет, я просто NASDAQ не смотрю. Довольно-таки неплохо, уже Groupon падает у нас. Так. Вот подсказывает, что да, это идет отчет. В принципе, вот основные акции, которые есть, я сейчас сбрасываю в чат. Тикер чат. Это те, которые имеют гэпы акции. И в принципе больше ничего здесь не. На утро пока не видно, на премаркете, по крайней мере.
Советую, конечно, сделать ресерч уже ближе к 10 часам по Нью-Йорку. Хорошо, значит. В приват сбросить. Но сейчас брошу в приват. Так, хорошо, значит, встретимся уже в чате. Всем сегодня хороших сделок, обязательно. И много не активничайте, особенно утром. Сейчас будет немножко непонятное открытие, поэтому желательно присмотреться, что будет вообще с рынком. Все, всем спасибо.